Спасибо большое. Всем добрый день. Зовут меня Дациков Дмитрий Олегович, компания Root Drones. Я из Санкт-Петербурга. У нас сегодня было весьма свежо. В Москве гораздо теплее. Я коротко постараюсь рассказать о проекте. Наверное, это такая обратная сторона дронницы была, которую Алексей с Александром запустили. Собственно, я побывал на первой дроннице. Было очень круто. Там было яркое представление новой отрасли, которая на тот момент в стране, ну, по сути дела, наверное, не существовала. Это, условно, военное применение гражданских дронов и доработка коммерческих стоковых моделей под те или иные задачи. И это же в августе 22-го было, да? Вот, соответственно, возникла идея сделать... Ну, разобраться в этом вопросе. Когда начали разбираться, выяснилось, что проблем в этой отрасли их несколько. Первый момент – отрасли как таковой не существовало на тот момент. Да? Ну, по разным причинам, сейчас их оценивать не будем. Это была первая проблема. Вторая – отсутствовала коммуникация между условным производителем и условным заказчиком. Да? То есть там существовал черный ящик, соответственно. Что меняется, что дорабатывать, не знал заказчик, а что нужно доработать, не знал производитель. Вот. Третья большая проблема возникла с тем, что эта отрасль крайне динамичная. Да? То есть это, наверное, одна из самых быстрых меняющихся отраслей в целом на текущий момент и в экономике, и в военной сфере. Это все, что связано с беспилотными системами, да, не будем делать акцент только на воздушных. Собственно, и организационно возникла задача, как эту проблему можно решить. Пошли путем создания площадки, причем сделали, ну раз дронница есть, соответственно, на дронице вроде все получается, вот, и я пошел путем создания площадки для того, чтобы могли общаться между собой разработчики и производители систем защиты от дронов. Там были ровно те же самые проблемы. И, соответственно, первого такого мероприятия мы в 23-м году провели, и потом сделали серию, на которую собрали представителей крупных компаний, там, условно, формата и масштаба Ростех, представителей вот этого гаражного ВПК, которые имели самые актуальные разработки, крайне востребованные, но про которые практически никто не знал. Вот упомянуты Алексеем вот эти дрон-детекторы, которые сейчас делаются уже, ну, на самом деле, ничтожными объемами в тысячах штук, да, их надо там сотни тысяч, но они делаются. Вот, и делаются именно этими маленькими компаниями-производителями, а, к сожалению, там официальный ВПК их, не знаю, там, не выпускает, не хочет выпускать, не умеет, не знаю, с чем связано. Вот, и... Мы постарались решить большой вопрос, связанный с соединением на этой площадке вот этого заказчика, производителя, и постараться этот вопрос профинансировать, да, чтобы компании, которые занимаются разработкой противодронных систем, могли получить напрямую доступ условному к представителю какого-нибудь НПЗ. Да, то есть вот компания занимается, я не знаю, там, детекторами, да, и вот сразу смогли выйти. Это получилось. На самом деле... Туда потихоньку подтянулись представители регуляторов, да, так как эта отрасль на текущий момент в нормативном плане сильно отстает от необходимости. И представители силовиков от Минобороны, Росгвардии, там, ФСБ и прочее. Вот этот симбиоз в итоге позволил, ну, во-первых, начать поставки достаточно быстро и воинским подразделениям, и гражданским предприятиям. Необходима им номенклатура. Во-вторых, это позволило начать налаживать совместно с прочими организациями, компаниями, волонтерскими движениями, кто занимается работой с фронтом, получение обратной связи. Потому что, ну, к огромному сожалению, война – это двигатель прогресса. Да, и то, что происходит на фронте, в гражданской части нашей страны, оно в этой отрасли, оно приходит там с лагом в 3-6 месяцев. Вот это все вместе в динамике позволило, ну, на самом деле, наладить вот эту площадку коммуникационную и наладить форму обратной связи, что ли, да.
Вот. Серия мероприятий оказалась востребованной, вот ее запустили, собственно, в серию, прошу прощения за тавтологию. И на сегодняшний день там расширяем список вопросов, которые там обсуждаются, уже в чисто прикладном характере, что у нас не только нужно защищать объекты от беспилотных систем с воздуха, но и с различных других средств. Наверное, коротко, вот так, чтобы... Полудобавление, полувопрос. Вот вроде кажется, что мы говорим про войну. Но, значит, если у тебя есть дрон, который может быть средством доставки БК и эвакуации раненых с поля боя, читай, у тебя есть аэротакси в городе беспилотное. Да, да. Если у тебя есть средство обнаружения, опять-таки для фронта, которая позволяет обнаружить беспилотник, читай, у тебя есть система контроля беспилотного воздушного движения для гражданских задач. Все именно так. Вот. И в этом смысле можно сказать, что нет ни одной технологии, у которой не было бы вот такого двойного смысла и двойное назначение. Вот Дима, когда начинал, мы в основном, конечно, были сфокусированы все-таки на фронт. А сейчас получается, что основной акцент — как закрыть, защитить гражданские объекты глубоко в тылу стал беспилотник. Здесь добавлю, что если первое мероприятие просто проходило ровно год назад, когда мы приглашали представителей, условно, военные примерно уже понимали, что надо. Да? Представители других специальных служб в целом тоже уже понимали, что надо. Производителей мы нашли, да, вот этих гаражников, и крупных нашли, да, у кого-то. Ну, кстати, на полях крупные, это, как правило, такие же гаражники, то есть такие же мужики из таких же гаражей, но только эти гаражи печатают тоже на 3D-принтерах. Да, стоят не на задворках, так сказать, просто какого-нибудь гаражного кооператива, а стоят на задворках большого завода «Алмазанты», да? Я к этому ремарку маленькую сделаю. И ключевое, когда мы стали приглашать представителей вот этой критической инфраструктуры, объекты, нефтебазы и прочее, они смотрели на нас, говорят: вы о чем вообще, какие беспилотники? Ну вот это год назад понимание о том, что беспилотник может использоваться как оружие против гражданского объекта, оно было такое около нулевом уровне. Сейчас уже ситуация меняется, но не на 100%. Да, но спасибо врагу, он нас все-таки учит.